Фух, ребята. Старт в Казань. Как я не привык ездить на дальнее расстояние не один. Не то чтобы я не привык. Я вообще практически никогда не езжу. Не практически, а никогда. Ну, там были эпизоды, но... Фух. Вот именно, понимаешь? Вот это меня крайне нервирует. Ну ладно, буду снимать как могу. Абсолютно. Вот и, как говорится, еще раз говорю, слава богу, нет жары. Вон, видишь, кто там греет взгляд. Прекрасный Линкольн позади. Но теперь уже, как говорится, что делать? Буду там записывать у своей казанской тети АПы лестплеи. Пускай все смотрят, пускай все видят. Теперь уже мне уже теперь не до этого. Ночью, как всегда, когда мне надо вставать рано утром, есть такая угроза вставать рано утром. Я не могу спать ни хера, блин, понимаешь? И это... Ну, сейчас я спал. Наверное, в полседьмого, ну, в 6-7 часу ворвались ко мне в комнату, разбудили, и, в общем, короче, ага, швабрчик. Перестань, а? Ты оставь этот телефон.